друзья мои, значит, тогда сразу скажу, следующая встреча 15 июля. Июля. Я понимаю, что там это, но вдруг там, это будет день, 20 часов здесь же. Понимаю, кто сможет, всегда рад вас видеть и приветствовать. Я понимаю, рабочий день июль. Но специально стали делать в мае, в июне. Ну там же надо морковку сажать, там же. Ну я просто по деревне же, мне тоже надо. Построил жене на свой голову теплицу, теперь вот я там с этим. Ну у тебя сейчас посевная начинается, полный. Зато все. Там мамочку записывай. Хорошо. Я просто хочу сказать, что если вдруг не получится сегодня, что все заявки я заберу с собой, если не все получится. Но 15 обязательно, потому что ну, получается удалось своим концерт. А у меня сегодня еще две задачи есть такие. Значит, у нас сегодня разные события. Вот Марине нашей. Это ветеран нашего движения песенного. Вот где. У нее день рождения. Давайте попробуем. И пожелаем ей. Пусть не покажется грубым. Но мне бабка так говорила все время там. А бабка мудрый человек была, когда желала кому-то. Мы не знаем, мужчины, что это такое. Это великая тайна. Вроде как вот этот самый булава, который летает, но то не летает там, с военных. Бабе счастье такое есть на свете, оказывается. Что это такое? Это не мы, мужики, это потом мужики придумали, чтобы себя возвести. Нет, оно было до того. Вот, Марин, бабе счастье тебе. Женскую, как хочешь называй. На всю твою оставшуюся жизнь. Вот такая же красивая, веселая, стройная. Вот и оставайся. Такой. А мы тебя очень любим, днем рождения. И поэтому я по заявкам Марины сегодня три песни пою, да? А первая песня это вот. Ну я говорил, просто повторю, для тебя не слышал. Бывают такие ситуации, приезжаешь с войны и не домой бежишь. Семью обнять. Может быть, я совсем противоположную сторону. Но это не важно, это жизнь. Вот. Это ностальгия. Нервы себе потрепать, но это по-хорошему любить. Встретиться с человеком, которого когда-то любил, но в душе продолжаешь любить. Но столько времени прошло. Ты из Афганистана. Может, пытаешься при этом прошлое свое как-то установить, лучшую часть этого прошлого. Знаешь, что не установить уже столько лет. Давайте. Нет, сначала. Здравствуйте. Это я. Прости, без приглашения. Но сегодня 5 февраля. Я хотел тебя поздравить с днем рождения, что давно не празднуешь, а жаль. Постоим немного у двери. Я лишь на минуточку, прости. Так бывает в жизни у людей. Вновь пересекаются пути. Дай я заберу в твои глаза. Помнишь, я когда-то в них тонул? Помнишь, как однажды нам разлуку нагадал авиабилет Москва-Кабул? Столько зим и столько долгих лет, если год за три пересчитай, я не упрекаю, что ты нет, не имею права упрекать. Как живешь? Надеюсь, все в порядке. Замужем писали мне друзья. Помнишь, как с тобою в старом парке прятались под кленом от дождя? Я запомнил вкус того дождя, на губах исполненных твоих. Не смотри тревожно на меня, я от этих губ почти отвык. Очень изменился, что же может быть? Ставит нас чужая сторона. Там живут, не прячась от судьбы, потому до срока седина. Что тебе расскажешь о войне? Стоит ли рассказывать сейчас? В следующий раз я все скажу тебе, если будет следующий раз. Счастлив ли ты? Вопрос из киноленты. Где героев сводит хэппи-энд? Но так в кино, а в жизни проездные документы. Снова на Кабул через Ташкент.
таксист не может больше ждать. Видно, мало дал ему ночевать. Вот и все, меня не надо провожать. Я пошел, будь счастлива, прощай. Вот будет таксист, не может больше ждать. Видно, мало дал ему ночевать. Вот и все, меня не надо провожать. Я пошел, будь счастлива, прощай. Песенка о пяти каскадеров. Каскадеры — это четыре было каскада, начиная с 80-го года в Афганистане. Это, каскады — это название спецоперации, которые диверсионно-разведывательные подразделения КГБ СССР проводили вместе с армией. Ну, секретные, тайные. Ну, все знали каскадеры, вплоть до последнего четвертого каскада. Каскадеры, каскадеры. Есть песня такая, мы ее заказывали, почему говорили все время. Каскадеры, каскадеры. Никто не знал, что. Да мы радовались, там они все равно этим. Чего петь, а мы там. Никто не понял, что это за ребята такие. Каскадеры, что ли, все, 50 человек в кожаных пиджаках, джинсах и в бальниках. Что-то пляшут и что-то там кричат на непонятном языке. Но песня грустная. Что было потом? Пять каскадеров лезли ввысь, покручены на помире, на сверху камни сорвались, и их уже четыре. Однажды четверо пошли в кишлак под Гюльханою, и власть народную спасли, но их осталось трое. Три каскадеров пришли в песках, плелись едва-едва, один ловушку прозевал, и их осталось два. И шлака, услышав крик, решили, поглядим, но там был снайпер, штурмовик, и их уже один. Один вернулся, и ему молиться при судьбе, но стал не нужен никому, и главное — себе. За рюмкой коротая дни он сжег себя дотла, и снова встретились они, такие вот дела. Это вторая часть баллады о двух братьях, продолжение. Длинная первая, в следующий раз ее, а вторая это. Орден в кулаке называется. Да, награждали тихо, незаметно. Наших ребят тем более, без шума. Хотя вот на орденской книжке в конце написано. Вручать при полном составе, вас при особо торжественном, значит, в этом. Ну и ладно, вручили, и слава богу, как это. Тайна. Но все равно орден. Но надо было же обмывать его, как положено. Ну и ладно. Что там было, там все расписано, как обмывали. Разожми кулак, сметенный друг, товарищ, пусть засветится эмалевый рубин. Он тебе наполнит зарево пожарищ и разорванную сталь бронемашин. Он наполнит слои неба чеквардака, догорающий на склоне вертолет. Как захлебывалась пятая атака, и как кто-то грохили на пулемет. Ну а эти за столом под образами, за скатеркой и зеленого сукна, не они тебя на рейды провожали, не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядим, как там куражатся нэпманы, прожигающие частный капитал. Нам отпустит все грехи официантка и под вопли электрических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на Саланге, я тебе про непокорный Кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки, кто-то памятник при жизни возведет, кто-то в спину нам пролает недобитки, а кто-то руку понимающий порвет. Помнишь Пашку? А Валерку из Баграма,
оба в 81-м полегли. У Павлухи только старенькая мама. А Валерка звал невесту Натали. Третий тост не прячь глаза, ведь мы мужчины. Ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной. Так на фронте обмывают ордена. Выйдем в полночь, постоим под фонарями. У бессонницы забвения не проси. Отвези нас на свидание с друзьями. Несговорчивые поздние такси. Эй, шофер, неужто мало четвертного? Или слишком мы суровые на вид? Но подбрось нас до поселка Вострякова, постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шофер, неужто мало четвертного? Или слишком мы суровые на вид? Но подбрось нас до поселка Вострякова, помолчать у краснозвездных пирамид. Самому, вот это есть состояние души очень хорошее. Так что всем женщинам, кто ждал, дождался, и кто не ждал, не дождался. Просто женщина, письмо с войны. Этот мир без тебя, просто голые скалы, от палящего солнца не спрятаться в тень. Здесь душманские буры берегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Здесь душманские буры берегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Этот мир без тебя перечеркнут ракеты, и погибшим друзьям не закончился счет. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Этот мир без тебя после рейда усталость, недописанных писем, скупые слова. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душах надежда жива. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душах надежда жива. Этот мир без тебя неизменен и вечен. Мир нежданных разлук и случайных встреч. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит она странная, странная речь. Этот мир без тебя, он расколот войною, эхо выстрелов скачет по склонам крутым. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. Этот мир без тебя все
тобою и становишься ближе далёко. Некоторые песни его пел. Его звали Сергей Гордеев. Сейчас он говорит, да, тут он не выступал. Он давно выступал, значит. Умер он после второго инсульта, оставив после себя огромное наследство. Он замечательный был автором, поэтом. И поскольку он старше меня, на 5 лет, он писал только то, что он видел и как все это понимал и ощущал. Особенно старая Москва 50-х годов, начало 60-х. Очень талантливый был поэт и автор-исполнитель. Только на фестивале, вот его видел, только, наверное, Миш Михайлов, да, Миш? Да, конечно. В Теретамаке, идея в Центральный дом литератора, 2 фестиваля в Теретамаках. Остались кадры, вот сейчас оцифруем, где он выступал. Просто я тут пел песни его, он говорил о том, но я пел, на первый взгляд, веселый, но по поводу событий на Украине. У него же было только написано, все это называется «На гуляй поле», помните, да? Гуляй поле, вольный край, конь на воле, на просторе паук. Нет? Как это? Никто не слышал? Нет, ну мы вспомним. Да, ладно, напомню тогда. Махновщина называется. Как раз Донецкая республика и Донбасс есть. И первая демократическая республика. Махно, там первая демократическая республика была. С одним таким бандитом, кто рисовали. Надо сказать, что Махно имел первую десятку получивших орден боевого красного знамени, потому что красный помогал штурмовать Царицын, еще чего-то. А потом понял, что его на убой пускается, вот Тачанка, это не красноармейская, их Тачанка, Ростовчанка, помните, красноармейская. И это Махновская Тачанка, он ее изобрел. Грозное оружие. И номер 4 у него было. А? Номер 4 был. Да, вот 4-й номер. А, вот. Вот. А с виду это рисовалось так. Гуляй поле, воленый край, конь на воле, на просторе погуляй. Сговори, казак, юную смолянку, с ней теплее, как-никак, ночью под Тачанкой, с ним теплее, как-никак. Не, не так начал. Знаменосец махнул знаменем зеленым, стих на площади гул старой эскадроны. Крикнул войску Махно, можно поразмяться, пей сегодня вино, завтра будем драться. Гуляй поле, воленый край, конь на воле, на просторе погуляй. Сговори, казак, юную смурлянку, с ней теплее, как-никак, ночью под Тачанкой. Будет шмон, мужики, всем нам выпить надо. Мы собьем всем замки кованым прикладом. Мы войдем с шашкой в дом, кто нас здесь осудит? Крик летит над селом, ой, ратуйте, люди! Гуляй поле, воленый край, коль свечок, как и не фолит, скрипку дай. Мы, закрыв глаза, пробежим по струнам, и не пугают образа молодых да юных. Ты, девка, дрожишь, прижимаясь к нами, с автоманом поспишь, завтра будешь с нами. Будет сотня с тобой каждый день венчаться, станешь сотой женой вольницы казацкой. И гуляй поле, вольный край, обывать и Бога будет не замай. Бог на небесах, Бога надо славить, но Его нам нельзя, как тебя ограбить. Гуляй поле, вольный край, на воле, на просторе погуляй. Сговори, казак, юную смуглянку, с ней теплее, как-никак, ночью под Тачанкой. Я сокращу на варианте, я просто обеду тебе понимаете, но не кого-нибудь. Спасибо, это Гордеевич. Походу, что-то на серию. Это тоже его. Я у стенки стою, офицер полковой контрразведки примет душу мою после залпа прицельного бог. Осеницы поют, трезво прыгая с ветки на ветку, ждут солдаты в строю.
трех линейки поставив комно. Ты прости меня, Россия, за любовь к тебе, за веру. Был я белым Робеспьером, не щадил твоих врагов. А теперь меня схватили, наградили высшей мерой. Только белых офицеров ты чекист сломить не смог. Он осечки не даст, механизм маслянисто послушный. Пуля дура сейчас прямо в сердце ужалит меня. Но завязывать глаз мне, товарищ, в кожанке не нужно. Нынче вы, завтра вас расстреляют мои уплетения. Ты прости меня, Россия, за любовь мою, за веру. Был я белым Робеспьером, не щадил твоих врагов. А теперь меня схватили, наградили высшей мерой. Только русских офицеров ты чекист сломить не смог. Мать Россия моя, от меня не услышит ни стона. В этих диких степях обрету я свой вечный покой. Передайте, друзья, сыновьям ордена и погоны, пусть не дрогнут в боях за свободу страны. Дорогой, а я, а его стенки стою. Офицер, полковник от разведки, примет душу мою. После залпа прицельного бог а синицы поют. Глупо прыгая с ветки на ветку, ждут солдаты в строю. Трех линейки поставив у ног. Я эту песню пел. Продолжение тому, что война-то продолжается в Первой мировой, дамы и господа, до сих пор. И это я рассказывал, что была война. Кстати, мы за братушек с турками, за болгар в 13 году воевать начали еще, до мировой войны. Ну, на отношении братушек сейчас понятно какое. Газа не надо, ничего не надо, НАТО не надо. Ну, хрен бы с ними совсем. Значит, не братушки совсем. Зря их спасали от турецкого ига. Турки порядок навели, там такое надо было спасти. Но не важно. Вот это в контексте того, что революция, опять война, гражданская уже. Гражданская заканчивается, несколько лет, и начинается Вторая мировая, не давали нам никогда отдохнуть. И совсем не так, как рисовали и в фильмах показывали офицеры, белой гвардии. Совсем не такие звери. И тоже герои войны, Первой мировой. И вот этот Гордеевич написал такие песни. А теперь еще одно, тоже про него я хотел бы еще, то, что не пел. Значит, песня такая, она, в общем-то, ну, он писал то, что видел, то, что знал, как думал, как видел и как все ощущал. Ну, кстати, должен вам представить с великим уважением, сидит двоюродный брат, который является наследником, наследие. Геннадий Васильевич Гордеев, капитан первого ранга, командир подводной лодки. Он среди нас. Давайте привет. Из Питера привет. Вот. Геннадий Васильевич, значит, это песня, у которой много вариантов есть. Тоже Сергей Гордеев, брат ему написанная. Это окончательный вариант передел. Он всегда передел, он умел работать над песней, иногда когда я писал песню, получается такая. Эта песня про подводников. Это про военно-морской городок, секретный, где эти подводные лодки. Это про женщину, про жену подводника. Сермяжные, правда, есть. Видел я гарнизоны разные, кроме военно-морских. Везде одно и то же. Почему так получается, не знаю. Но вот такая песня. Значит, это советские времена написаны, там поэтому замполит, притруки всякие. Но судьба женщины одна и та же. Жена моряка военного, трудная должность. С одной стороны, вроде ты понимаешь, он понимает, что есть родина прежде всего, а с другой она просто женщина, аж детей воспитывает, а его подводные видны в автономке. Происходит некоторые кажется. Вот такая.
Прости, прощай, моряк подводник, не убивайся там на дне. Из дома женщина сегодня уходит по твоей вине. Из дома женщина сегодня уходит по твоей вине. Жена из городка уедет, сбежит, куда глядят глаза. Вслед посочувствуют соседи, у девки сдали тормоза. Вслед посочувствуют соседи, у девки сдали тормоза. Зря замполит твердит про совесть, про честь страны и красный флаг. Всем бабам надоела повесть про пепел ядерных атак. Всем бабам надоела повесть про пепел ядерных атак. Тревоги, сборы, да походы, муж нынче здесь, а завтра там. И лучшие уходят годы, как эта лодка по волнам. И лучшие уходят годы, как эта лодка по волнам. Лапшу нам на уши не вешай, товарищ старший офицер. Несчастных женщин не утешит твой аскетический пример. Несчастных женщин не утешит твой аскетический пример. Сегодня ты при исполнении моральный кодекс нам читал, а завтра утром в воскресенье сам влево за дверью штурвал. А завтра утром в воскресенье сам влево за дверью штурвал. Тоскливо женщина в начале военном вашем городке. Здесь жены плачут не о маме, а о хорошем мужике. Здесь жены плачут не о маме, а о хорошем мужике. Эх, распошла такая пьянка, так режь последний огурец. Плевать на мужа ковторанга, моряк на суше не жилец. Плевать на мужа ковторанга, моряк на суше не жилец. Прости, прощай, я уезжаю, будь проклят твой проплавучий гроб. Все решено, на совесть злая угрюмо смотрит в перископ. Все решено, на совесть злая угрюмо смотрит в перископ. Вот такая песня. Песня еще относится к Сереге. Значит, мы с ним, по-моему, могли не видеться, но он работал в Кремле, и там у него, а я гипс лежал 8 месяцев, и там каждый день, он уже заступает, они часами разговаривают. Дочь Николаевич, микрофон. Да, значит, Сергей работал всю свою, последнюю свою жизнь больше. Он ветеран ФСО, он работал в Кремле, значит, и когда на дежурство приходил, набирал мне, а я был в Москве, не в деревне, я сломал ногу 8 месяцев, в гипсе лежал. И мы с ним часами разговаривали про песни, про ситуацию в мире, про все, значит. Один раз я приехал, приехал откуда-то, и смотрю, запись у меня. Песню вот эту, которую сейчас пою, на ответчике, эту песню. Я понимаю, что звонил Гордеевич, перезвонил, мы с ним встретились, посидели, как положено. Про песни попели, там полдня, пока же не пришла, там, до самого вечера. Спирт выпили немерено, вот. А эта песня была как позывная. Значит... Это после 91 года было. А он очень переживал то, что происходит в стране. Очень переживал. Отсюда и такая песня была. Но я понимал, я тоже. Над моей головой светит тусклое солнце, как безрадостно жить в обнищавшей Москве. Друг, давай позвони мне, просто пройдемся, будем просто ходить, говорить о весне, друг, давай позвони мне, просто пройдемся, будем молча бродить, говорить о весне, постоим, помолчим у разбитой скамейки, поглядим, как.
как берез осыпается снег, чтобы быть веселей, после грамма налейка. Растаскует душа, значит, выпить не грех. Чтобы быть веселей, после грамма налейка. Растаскует душа, значит, выпить не грех. Обойдемся с тобою нехитрой закуской. Лягут хлеб с колбасой на газетном листке и отбросим ногой яркий импортный мусор. Круто здесь пировали, но мы не из тех. И отбросим ногой яркий импортный мусор. Круто здесь пировали, но мы не из тех. Пусть граненый стакан плещет водка простая. Ни к чему нам, товарищ, хрустальный бокал. Ну а что там за виски и джин, я не знаю. Я живу на зарплату, я не воровал. Ну а что там за виски и джин, я не знаю. Я живу на зарплату, я не воровал. Торговать, воровать нас никто не заставит. Посидим, помолчим, будем чахлых берез. Ну давай еще раз, и быть может оставим. Это злая тоска наших ждущих слез. Но налей-ка еще, и быть может оставит. Это злая тоска наших ждущих слез. Над моей головой светит тусклое солнце. Как безрадостно жить в обнищавшей Москве. Друг, давай позвони мне, мы просто пройдемся. Будем просто ходить, говорить о весне. Друг, давай позвони мне, мы просто пройдемся. Будем просто ходить, говорить о весне. Вот не стал. Часть того, что он написал, огромное количество написал, он 50 лет писал и записывал. Редко выступал на сцене, то работу не пускали, тоже, да, не пускали. Куда-то далеко, в телетомах. Но остались кадры, остались еще кассеты, вот сейчас занимаемся обработкой. И потихоньку мы их выпускаем. Кассеты разные. Значит, вот еще песня, там. Там же заехали. Я вижу, да. Значит, война продолжается. Война. Первая мировая война. И опять мы воюем со всей Европой, как всегда происходит. Парадокс. Что-то никто не понимает. Все забывают, мы теперь друзья. От дела Меркель, которые... Я где-то нашел в интернете, но не думаю, что это так, что она в ручках Гитлера. Да бомба, дура она просто, и все. Или там фотографии, где на 18 лет голый по пляжным дискам с подругой ходит в обнимку. Какие-то такие. Ну, дура баба, что сказать. Полностью под Америкой лежит. Там такая же дура, всяких декрет ушла. Надула ей ветром с Украиной. Пришла еще не меньшая дура, улыбающая стоит такая. Она мне сдается, что... Ну, это уже не многих. Всякие прочие. Кстати, нашел, сыновья приехали из Афганистана, там они тоже стали интересоваться, что происходит на Украине. Там много украинцев, был в Вьетнаме, перепутал. По полгода в Вьетнаме, там большая колония славянская, и вот они там. Знаете, как там зовут Барак Обаму? Батрак Абрама. Так, это... Да, ну вот эта песня, я не знаю, про войну, ну ладно, значит, эта песня «Вальс при свечах», это с 13 на 14 год, бал губернатора Москвы, еще никто не знает, что наступит Первая мировая, очень скоро. Сараево убьют эрцгерцога Фердинанда. Мы полезем защищать наших союзников, вяжемся в эту войну, потеряем несчетно миллионов людей. Сколько погибнет в лагерях, там, в Австрии, в Германии, офицеров. Те, кто вернулся потом, а тут уже революция. Кто был расстрелян, кто уехал за море, кто остался служить советской власти, ну их тоже потом. А это была гордость, когда мы говорим 23 февраля, да?
День защиты. Ну, я не люблю защитник Отечества, Фатерланд, все. Героизм проявлен, это все. Мы забываем, вот белый, значит, все, значит, никакой. Забывал непонятно за что, умирал неизвестно за что. И вообще их надо всех там. Но здесь никто еще нет, ни белых, ни красных, никого нет, они просто русские офицеры. Есть новогодний бал у губернатора Москвы и вальс. Вальс при свечах, вальс при свечах, музыкой зал согретый, теплые блики на белых плечах, на эполетах. Теплые блики на белых плечах, эполета. Графиня, я вашей пленен красотой. Бывают такие моменты, ах, полуполкун, оставьте другой свои комплименты. Вальс при свечах, вальс при свечах, музыкой зал согретый, белые блики на белых плечах, эполета. О, а корнет-то каков молодец, какая красивая пара, 17 ему, совершенный юнец, охватка гусара. Вальс при свечах, вальс при свечах, музыкой зал согретый, теплые воды на белых плечах, на эполетах. И старый полковник, и юный корнет сравнялись сегодня, и разницы нет, поскольку ему лет, вальс на новогодний. И разницы нет, поскольку ему лет, вальс на новогодний. Вальс при свечах, вальс при свечах, музыка и зал согретый, теплые были на белых плечах, на эполетах. Ни клятв, ни признаний не надо сейчас, судьба неподкупный чиновник, быть может, падут в предназначенный час. И полковник, а нынче вальс при свечах, вальс при свечах, музыка и зал согретый, теплые блики на белых плечах, на эполета. Пусть завтра война, пусть завтра в поход, сегодня об этом ни слова, как знать наперед, где пуля найдет кого и другого. Как знать наперед, где пуля найдет кого и другого. Танцуйте, полковник, танцуйте, корнет, влюбляйтесь, как будто впервые. Все войны в счет, а смерть подождет, пока мы живые. Все войны не в счет, а смерть подождет, пока мы живые. Вальс при свечах, вальс при свечах, музыкой зал согретый, теплые люди на белых плечах, на эполетах. Теплые блики на белых плечах, на эполетах. Политической ошибкой был тот, кто туда послал все это дело, кто решил. И это их надо в 18-м году, в 90-м каком-то, в 80-м году там ставили к стенке и высшие меры наказания. Всех, и маршалов, и этих вечно чмокающих. Всех. Но это не то, это за интересы, а другой рукой окажется не то. Все, ладно. Вот это вот решение. Ладно. Дима, это потом, это не сейчас, это тут. Это правда. Это правда. Сейчас. Вот. Я хочу. И сейчас
Америке. На землю опустимся с гор, когда замолчат автоматы. Чтобы как-то перебить, вот это просто лирика. Это про ненастоящего пирата песня. Это про любовь, на самом деле, за которую стоит погибать. Даже где-то там твоя любовь, она не знает, что ты за нее погибаешь. Пират-то, там же, поймете, корсар, он же пират, он же флибустьер. Он в житейских морях пират. На сердце ненастья холодный туман, тоска сторожит у двери. Живет моя радость за 39 стран, за 39 синих морей. И мне до нее не добраться никак, не выиграть, споря с судьбой. Я каперством занял в житейских морях, где каждому каждый чужой. На кровь мою выйду кому-то патент, и значит корсар обречен. Как гончий мчит королевский корвет моей бригантине догон. Как гончий мчит королевский корвет моей бригантине догон. А я устаю от контузии ран, мой голос охрип от команд. А где-то далеко за 39 стран ты дремлешь под пение цикад. Ты дремлешь, не слыша, как пушки ревут судьбу мою в клочья громя. Твоя, умирая, тебя позову, любимая, помни меня. Я жить по законам людским не хотел, я сам себе выбрал игру. Походную старую песню запел и шпагу повесил к ветру. Пусть чайки кричат за кормой корабля, Сусуля неудачнику плен, но реет на мачте косынка твоя пиратскому флагу взамен. Но реет на мачте косынка твоя пиратскому флагу взамен. Один против стаи не справится волк, такой же закон у людей. Прости, я пробиться до счастья не смог на 39 синих морей. Уже и палач разминает плечо, и лязгают цепи оков. Я гибну, но славится имя твое отныне по веки веков. Я гибну, но славится имя твое отныне по веки веков. Так, по мелодии с косынкой приходит другая песня. Тоже песня расставания. Там не смог пробиться вот корсар, а здесь просто на войну пишут. Этот город Тузия, это не тут не город, это под Ташкентом военный аэродром. Это для многих это последняя земля советская, улетать. Дальше война. Дальше война, неизвестность. И можно было на этом Тузиле сидеть и ждать борта военного неделями, когда он точно прилетел. А делать нечего. Водка теплая, но ее пили, значит. Вокруг болталось много людей, желающих остатки чеков продать, джинсы за них там. Но чеков уже все здесь оставили. А там на всякий случай там рубли. При мне прапорщик из Гусь Хрустального. Того же проходил. У него такой чемоданчик, вот такой вот. А там записано, две бутылки водки. У него такой чемоданчик. Простой. Таможник открывает. А там лежит бутылка, по-моему, в 6 литров. Но она сделана вот так плоской, то и горлышко тоже плоское, знаешь, как канистра лежащая под бензин, в чемоданчике. И таможник, значит, а ему кричат, он хотел вылить, но народ кричит сзади, ты что, с ума сошел там? Он эту водку в Афганистан, говорит, с ума сошел? Следующим рейсом полетим, мы бежали в палатку, пили эти 5 литров, 2 дня там, чтобы врагу не отдавать. И таможник тоже, ну ему, чего? Но там мы выходили иногда, выходили, встречались там, каждый день оставались по ресторану. Девушки вокруг ходили, то есть, как всегда, где военный аэродром, там девушки, так, в Союзе. Ну и были всякие встречи. Ну вот такая песня. И там действительно неделю, пока самолет прилетел. Нет. А что еще делать? Пить-петь. До Кабула, то есть, я промаялся неделю, на войну пойди попробуй уйти. Пропадал на пересылке между песней и бутылкой, только встретила девчонка на пути. Пропадал на пересылке между песней и бутылкой,
только встретила девчонка на пути. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй прощальный пылкий, но не буду врать, что я тебя люблю. Полевых погон распятия, а на тебе такое платье, куфты, будто вечер повторился выпускной. В легком сице зябнут плечи, мне оправдываться нечем, наши судьбы перепутали войной. В легком сице зябнут плечи, мне оправдываться нечем, наши судьбы перепутаны войной. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход моря кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй последний пылкий, но не буду врать, что я тебя люблю. Самолет уходит к югу, на прощание дай мне руку, кореглазая попучится на час. Улетаю за судьбою, она бывает злою, но не хочется об этом не сейчас. Улетаю за судьбою, она бывает злою, но не хочется об этом не сейчас. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход моря корабли. Пересылка, пересылка, поцелуй последний пылкий, но не буду врать, что я тебя люблю. Закурил, а сердце рвется и со счастьем расстается, пусть оно еще продлится на чуть-чуть. Самолет гудит устало, а ты у кромки поля встала и рукою мне махнула в добрый путь. Самолет гудит устало, а ты у кромки поля встала и рукою мне махнула в добрый путь. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй прощальный пылкий, но не буду врать, что я тебя люблю. Пересылка, пересылка, поцелуй прощальный пылкий, и врать не буду, что я тебя люблю. Спасибо. Значит, как ты все тут смешал? Ну, это я у Рюстакова заразился к нему. Так. Смешать все подряд и войну, и любовь, и просто так. Так, вот это не про войну, не про любовь, это про старую Москву. Опять возвращаясь, лучше его про старую, лучше Сергей Гордеев, никто про старую Москву 50-х и написал. Но песня моя, как я помню. Родился всю жизнь, живу в Таганке, и помню, как было, и, по-моему, первые послевоенные годы. Вообще, кто родился до 55-го года, там, 46-го, 55-го, это мы были первое здоровое мужское поколение, которое родилось на свете. Любой врач скажет, что мы, конечно, нежнее, чем женщины, мужики. Женщины выносливее нас, но для того, чтобы родился мальчик, женщина должна быть спокойна, не на нервах, накормлена, в тепле и в уюте. Тогда только на свет появляются суровые войны. А так нет. Так природа устроила и правила. Вот. Ну и во дворе, где я жил, я был счастливым. Я-то был несчастным, а все думали, что счастливым. Я один, я и 8 девок. Все погодки в один год. А на другом были две сестры, Оль Кучинские, и 6 мужиков. И я все лавил, ребят. Я человек через забор там, разрушенный, после войны остался, дед меня лупил. Страшно, потому что я рвал на себе все на этом заборе и висел сколько раз. Но что мне делать? Дочки матери что ли играть с этим? Я не знал даже, что с ними делается. Лет 12 почему-то. Ну, в общем, но это дом 27 по Таганской улице, двухэтажный, доходные дома, вообще деревянненькие. Закрытый двор, я в сумме жил вместе, человек 50 разные были. Всех национальностей. Все только еще не отошли от войны и поэтому никто ничего не делил. Если дрались с соседними дворами, так только и вот. Мы-то так, потому что девчонка пошел с соседнего двора погулять. Ее морду набили, потом просили, ну гуляй. А ты уже не хочешь. Уже не надо, в соседний двор. Там дворами дрались друг с другом. Ходили вон, в сокольники подраться. Взрослые мужики дрались, и мы их охраняли. Когда милиция съезжалась, мы там сигнал, и все разбегались. Милиция собирала всех лежащих. Беззлобно. Вот ну, День Победы, я же помню. День Победы еще на День Революции.
Отец меня маленький или детство был там в это время в Москве, на плечи, на раз площадь погрущав по всей Таганке до конца. А потом всех один стой не дрался на эти дни. Не из-за девчонки, ну чего, бери чего хочешь, там, ешь, пей, девчонки там. Ну вот, все вместе за одним большим столом. Женщины начинали готовить все это дело. С 5 утра, а кто-то с ночи пироги там ставит. Причем умельцы кажут, то что, блины будешь делать там. Полина, пироги, это бабные, Андреевна, Полина. Пироги давай пеки свои, еще что-то такое. Солдаты все. Ну вот так было. И мне очень хочется, да не хочется, хочется вернуться, мне иначе не получается. Вот сейчас я живу на Лечной клетке, много лет. Вот. Замочек, кто-то звонит, кто-то, ничего не видно, никого. И все там кованые двери, деревню проще, там иди и иди. Куда хочешь, где огонек горит, туда заходи. На койгот, на поезд, спать в горе. Даже сейчас, даже когда уже никого не осталось, но есть еще люди, кто живут. А это про Таганку, это у нас старая Москва тоже. Здесь стоял когда-то дом, деревянный, двухэтажный. И народ жил в доме том, озорной и шабаш. На 7 лет один ответ, сообща, беду залечен. Приходящему привет, уходящему до встречи. Телевизор КВН собирал к себе соседей, 4 хватало стен, что вместили все на свете. На дверях засовов нет, приходите скрасить вечер. Приходящему привет, уходящему до встречи. И под старую сирень, где скамеечки теснятся, трудовой закончил день, все сходились пообщаться. Как дела твои, сосед? Да, пожаловаться нечем. Приходящему привет, уходящему до встречи. Участковый старшина знал про всех и про любого, и таганская шпана, я не верила на слово, а дворовый женсовет очень смахивал на вечер. Приходящему привет, уходящему до встречи. Веселились как могли, на крестинах непременных, тем двором справляли дни, годовщин послевоенных. Так и жили много лет, все ко всем по-человечески. Приходящему привет, уходящему до встречи. Мы же жили много лет, все ко всем по-человечески. Приходящему привет, уходящему до встречи. Колыбельную детскую песню. Я сначала им подарил в детском мире, который сейчас не знаю, что похож, там можно Скорцени пьюс купить, еще Гитлера тоже. А тогда вот оловянные солдатики. Купил оловянные солдатики, 2 этих самых упаковки, тоже 2, вот. А потом написал песню. И мне кажется, что вот эти детские игры так затянулись до следующего столетия, до 21-го. Но песня такая, называется «Оловянные солдатики». Вот так и кажется, это как анекдот про вьетнамского партизана. Знаете, которые там, американцы использовали напалм, выгнали нас из джунглей. А к нам подошли подмогу с севера, и мы выбили американцев из джунглей. Американцы пустили морскую пехоту, она выбила нас из джунглей. Мы там из Союза получили оружие, выбили американцев из джунглей. И апофеоз. А вчера пришел лесник и всех нас выгнал, как из Винни-Фенни. Вот мне кажется, что из этих джунглей. Нас отдали грим, а теперь... Дело не про это, а дело в том, что аналогии такие. Вот какая-то война странная, да? Там стреляют, никто никого не... Ну, на Украине. Ну, неважно, все войники. Какие-то такие.
Игрушечный, кажется. Ну, понятно, потому что воюют не люди, а воюют олигархи, а мы их все ругаем. А у нас самих, как собак нерезанных, олигархов тут. И мы же пример показали. Но, а в общем-то это все вот это. Что про детей. Оловянные солдатики. Просто детская игра. Каждый с мини-автоматиком и с мини-шашкой генерал. Чатся в мини-БТРиках. За противником вдогон и у мини-офицериков. Мини-ленточки в погон. Вот в атаку кем-то двинуты, оборону проломив. Из коробки танки вынуты, и сходу брошены в прорыв. Ну и еще одно усилие, а даже конница пошла, ура! Но тут случилось перемирие. Мать обедать позвала, и на время кошмарное примирила две страны. И достала из поля бранной первозданной тишины. Ох вы, маршалы курносые, вам бы только воевать. Хорошо, что в играх взрослых не случалось вам играть. Тут ни стратегии, ни тактики, ни теории, ни наук. А оловянные солдатики, 2 рубля за 10 штук. А оловянные солдатики, просто детская игра. Каждый с мини-автоматиком, с мини-шашкой генерал. Так. Вот песня. Это чистая пиратская песня про пиратов. Называется она «Джентльмены». Удачи! Не предав мечты о вольной воле и не разуверившись в себе, джентльмены, кто пойдет со мною в море, кто не хочет больше ползать по земле. Джентльмены, кто пойдет со мною в море, кто не хочет больше ползать по земле. Под покровом сизого тумана мы уйдем в погоню за мечтой. Джентльмены, выбирайте капитана, поднимайте черный вымпел над волной. Джентльмены, выбирайте капитана, поднимайте черный вымпел над волной. Пусть удача встретится отважным, сто чертей в подмогу парусам. Джентльмены, это судно будет нашим, пушки к бою, канониры по местам. Джентльмены, это судно будет нашим, пушки к бою, канониры по местам. Оборванцы, сброд многоязычный, здесь одно лишь мужество в цене. Джентльмены, делим поровну добычу, капитану полагается вдвойне. Джентльмены, делим поровну добычу, капитану полагается вдвойне. А потом напив во всю бездачи, что пропьем, на море наживем. Джентльмены, это женщина удача, вместе с нами в Арпадосе хлещет ром. Джентльмены, это женщина удача, вместе с нами в Арпадосе хлещет ром. Но коль она окажется неверной, то ее напрасно не кляня. Джентльмены, кто пойдет на рейм первым, да черт возьми, начни палач с меня. Джентльмены, кто пойдет на рейм первым, черт возьми, начни палач с меня. И не то, чтоб жизни было жалко, и ее отпущено в полне. Жди меня, зеленая русалка, я свои закончил счеты на земле. Жди меня, зеленая русалка, я свои закончил счеты на земле. Добрый маленький пират, пиратский игрушечный пушка. Так, сейчас найду. Юр, есть же время еще, да?
вот сейчас пою. Для одной барышни это очень крабы. А видели его там в интернете где-нибудь? Ладно. Это у моего товарища. В прошлый раз на концерте вас слышали. Да. Я вам написал, он мне сейчас еще. И полюбили. Да, сейчас только расскажу, значит, откуда взялся некраб, я не знаю, откуда он взялся. Но у меня друг есть, фронтовой, Володя Мурзин, он питерский. Когда его называешь капитан первый, он говорит, нет, не капитан, у него красный, он военный инженер военно-морской. А у него было четверо детей. И он вернулся раньше нас, вернулся в Россию, уехал в Ленинград, в это время умирает жена его, оставляет четырех детей. И он написал нам всем письмо, ребята, приезжайте там, мне нужны песни, я не могу там. Да. И мы туда к ним приехали в гости. Ну, пили, конечно, мы там все это. А дети маленькие были, самый старший был 14 точки. И вот этот краб, я не помню, откуда я его, там пил. И забыл про него, но мне нашли его и напомнили. Так вот и прошлый пил. Да, вот этот вот такой. Синий краб, среди черных скал в тени. Синий краб, он приснился мне во сне. У него 8 лап, 2 огромные клешни и серебряные звезды на спине. У него 8 лап, 2 огромные клешни и серебряные звезды на спине. Рыбаки ловят рыбу, китобои бьют китов, делом заняты с утра и до утра. Только я с той поры, позабыв про все готов, тот залив еще не водится мой краб. Только я с той поры, позабыв про все готов, тот залив еще не водится мой краб. Ну зачем он тебе, этот синий зверь морской? С ним беду очень трудно просто угодить. У него страшный вид, он, наверное, ядовит. Не сварить его, ни в банку посадить. У него страшный вид, он, наверное, ядовит, и сварить его не буду положить. Сто ночей буду думать все о нем, сто ночей буду плавать и грустить, а мне бы только взглянуть на него одним глазком, ну просто так посмотреть и отпустить. А мне бы только взглянуть на него одним глазком, просто так посмотреть и отпустить. Синий краб, среди черных скал в тени. Синий краб, он приснился мне во сне. У него страшный вид, он, наверное, ядовит. Не сварить его, не в банку посадить. У него страшный вид, он, наверное, ядовит. Да не так. У него 8 лап, 2 огромные клешни и серебряные звезды на спине. Так вот. Вот 70-х годов. Да, и, значит, была такая повесть, называется, по-моему, она «Эспада». И вторая часть этой повести так называлась «Синий краб». Даже по почерку вижу, дама написала и второе. Она периодически... Эта дама подает такие песни, которые она знает. Ладно, исполняя просьбу, надо же уважать. Тут написано «Чучело в паранже». Да, спасибо. Одна из первых, 82-й год. Это подрошение. Ну, по заявкам. Тогда аплодировать не будем, да? Нет, ладно. Вот, значит, я уже говорил, каскад — это названия какие-то там. Каскадеры. Куда же ты попал, каскадер? Куда я попал? Там черт на рога там. Где четыре границы сходятся, город Хайдарабад, Бадахшан. Эх, куда же ты попал, каскадер? Что ни шаг здесь, то дуван, то забор. За дуванами ханым и духтар, а над крышами солярный югар. За дуванами ханым и духтар, а над крышами солярный югар. И шаги орут с утра до темна, им с мечети подвывает молот. И слоняются весь день рафики, от базары до кочерики. И слоняются весь день рафики, от базары до кочерики. Здесь не ведает тревог и забот, чьи коня, чьи гоняет народ.
обсуждает целый день, что почем, а душманы вроде им ни почем. Обсуждает целый день, что почем, а душманы вроде им ни почем. А это что за чучело в параже? Двух волов гоняет вдоль по меже. Ах, это женщина, афганская мисс, обрабатывает землю под рис. А эта женщина, афганская мисс, обрабатывает землю под рис. Автомат, а у дуканщика басмачистский вид, ободрать тебя любой не норови. Дать бы в лоб ему, да только нельзя, потому как революция. Дать бы в лоб ему, да только нельзя, потому как революция. Автоматы заржавели давно, про войну мы видим только в кино. А из центра за приказом приказ не пускать на операции нас. А из центра за приказом приказ не пускать на операции нас. Но слава богу, БТР на ходу, до Майдана как-нибудь доведу. Вертолетчики, ребята свои, не дадут загнуться мне от тоски. Вертолетчики, ребята свои, не дадут загнуться мне от тоски. Куда же ты попал, каскадер? Что мешак здесь, то дувало, то забор. За дуванами ханум и духтар, а над крышами солярный угар. За дуванами ханум и духтар, а над крышами солярный угар. Лещенко рассказывал то же самое. Вот сидели мы там у костра, откуда узнал. И думали, я сам о своей песне пою. Сейчас я ее спою. Она хорошая песня. Лещенко хороший певец, хорошо поставленным голосом. Но он ни черта этого не видел, и если был, не станет, ничего не понял. Так же, как Розенбаум, так же, как и Кобзон. Можно хорошую песню писать, ничего не понял. А эта песня такая. Я до сих пор не знаю, не понимаю. Нет, я вижу, во что мы превратились все. Многие из нас, там, друзья, начиная с окончания войны в Афганистане, а это тогда были просто раздумья. Когда мы на землю опустимся с гор, когда замолчат автоматы, когда отпылает последний костер, какими мы станем, ребята, когда отпылает последний костер, какими мы станем, ребята, когда раскаленный остынет гранит, когда отгремят камнепады, когда наши души любовь исцелит, какими мы станем, ребята, когда наши души любовь исцелит, какими мы станем, ребята, когда мы вернемся в раздолье берез, где нервы треножить не надо, где высохнет след от непролитых слез, какими мы станем, ребята, где высохнет след от непролитых слез, какими мы станем, ребята. Какие удачи еще впереди, какие нас ищут награды, когда отойдет, отомрет, отвалит,
какими мы станем, ребята, когда отойдет, отомрет от боли, какими мы станем, ребята, когда заболит к непогоде плечо, пробитое возле крата, и память толкнется висок горячо, какими мы станем, ребята, и память толкнется висок горячо, какими мы станем. Thank you.
Пошли пехоту, которая сейчас называется мотопехота. Но мото, она только на дорогах и где-нибудь в песках и пустынях. А вот там... И за Саляну тоже. Да, там много там чего, да не везде. Да и вообще, пехота была, есть и будет, царица полей. До сих пор в международном праве написано, территория считается захваченная, когда на нее ступает нога пехотинца. Можно бомбить, можно летать, можно на танках кататься вперед, пока пехота не вошла. Да, не только, везде. Так вот, такая. Она недоконченная, поэтому я ее так и не понимаю, никак это пишу. Гордо нас зовут мотопехота. Здесь и то товарищи Мура. Мото мы в горах до поворота, а за поворотом пектура. Эх, пехота, матушка пехота, черт попробуй этот поворот. Горышка была почти что рота, с гор спустились, стал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Где карниз, который подведет? Кто тебя на родине помянет? И какие песни пропоет? Эх, пехота, матушка пехота, тяжелые погоны на плечах, горько, как будто на работу, не дай бог вернуться в цинкачах. Эх, пехота, матушка пехота, тяжелые погоны на плечах, пойдем, как будто на работу, дай бог вернуться в циркачах. Гордо нас зовут мотопехота. Здесь это товарищи Мура. Мото мы в горах до поворота, а за поворотом пехтура. Спасибо вам большое за теплый вечер, за ваши замечательные лица, за весеннее настроение. Всеми всеми пытался. И еще поздравляю с великим праздником, который великий и всенародный, потому что мы все дети своих отцов, матерей, внуки своих дедов и бабок, и у нас одна родина. Вот. Спасибо вам, здоровья вам, удачи, хорошего лета. Если получится хорошего отдыха на грядках, там, кого чего получится, то там тоже. И 15 июля в 20:00. Пожалуйста, кто сможет, приходите, буду рад всегда вас видеть, всегда. До весны дожили, дальше легче пойдет. Не забудьтесь об Украине, они сами разберутся, как они хотят, ну пусть разбираются. У нас тут свои работы.